Всем привет! Это канал I Like Pet, и в сегодняшнем ролике мы расскажем, как воспитывать южноафриканского бурбуля. Корректировать ошибки дрессировки сложно, поэтому лучше заниматься воспитанием щенка-бурбуля с первых дней его появления в доме. Представители породы обладают хорошей памятью и интеллектом. Щенки очень любят играть с игрушками. Такие игры можно использовать как часть дрессуры по отработке захвата, удержания предмета, спокойной отдаче по команде и других полезных навыков. Представители породы нуждаются в долгих спокойных прогулках, что удобно использовать для обучения. На урок отводите не больше 10-15 минут. Создайте все условия, в которых не будет отвлекающих факторов. На занятиях не напрягайте питомца и не требуйте высокой скорости выполнения. Бурбули – пищевики, поэтому в качестве поощрения на занятиях давайте лакомства. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку «Подписаться». Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром. Этой породе свойственна самостоятельность, упрямство и склонность к доминированию, что в сочетании с большой физической силой может стать серьезной проблемой при неправильном воспитании. Если пес явно демонстрирует неповиновение, вы допустили ошибки в воспитании, и это срочно нужно исправлять. Нельзя дрессировать собак породы бурбуль слишком жестко. На занятиях нужно выбрать золотую середину, чтобы животное могло принимать самостоятельные решения. Даже если вы брали собаку в качестве компаньона, курс общей дрессировки для нее обязателен. Затем можно пройти курс защитно-караульной службы, который раскроет природные качества вашего питомца и направит их в нужное русло. Южноафриканские бурбули нуждаются в хорошем воспитании и правильном обучении с раннего возраста, поэтому они не подходят неопытным владельцам. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.